граффити я тут. Хочу вам показать. Вон она, смотрите. Граффити. Какая. И вон она. Эти красота. Красота. Красивый граффити. И вот вам показываю. И вот еще. Вот на Новониколаевска до Новосибирска. Вот она. Вот такая. Написала Марина. Ой, нарисовала. Марина Ягода. Иван Ягода. Ну-ка. Тут это тоже. Это, короче, там. Короче, вот. Так, ничего, нормально. Очень красиво. Такая красивая. Посадили. Так вот. Шикарно. Рейка такая. Тут-то тоже закрыто, короче говоря, пойдем-то. Короче, вот. Немножко вам показал. Короче говоря, идем дальше, да, по городу. Продолжение следует. Красота. Вот. Наш город. Сейчас переплыву. Да, да. Что нам делать? По центру идти. Идем. Думаю, как бы мне куда бы чё пищу идти, сходить. Да? Вот. Очень красиво. Ну, мы сейчас до центра дойдем. Вот тут тоже было красиво граффити. А потом, короче, убирали тут все. Пыры-пыры. Очень. Такие домики по цеху. Смотрите, какие красивые облака. Да, очень красиво и замечательно. Тра-та-та, тру-ту-ту. Шоу каскадеров, я не знаю, когда будет. Thank you.
Понятно, что... Да, вы смотрите. Шикарно. Очень красиво. Шикарно. Пойдемте дальше. Вышли. Идем дальше. Давай, Максим. Тут опять народу тьма. Мы не хотим. Просто потом на лаву. Что, пойдем? Не, мы там... Ру-ру-ру. Вон какой мотоцикл. А этот у нас делает в сети. Переделывает все. Консерватория. Так пахнет цветами. Классно. Короче говоря, шикарное здание. Поликлиника-то. Я иду, шагаю. А я иду, шагаю. Шикарно, да? Как-то там. Все там. А, вон о чём. Я вообще... Смотри. Ну, да. Это старое здание. Вот такое здание. И вот. Это в Новосибирске. Красиво такое. Шикарно. Такое вот старое здание. Там балкончик такой. А это новое сделано. Это вот старое.
посмотрите. Как будто как немецкая. Вы поняли, да? Шикарно. Смотрите. Вот такая. Очень красивая. Шикарно. Балкончики такие, смотрите, красненькие. Шикарно. Смотрите. Вот такая. Очень красивая. Шикарно. Балкончики такие, смотрите, красненькие. Шикарно. Какая красота. И домики старенькие. Смотрите, балкончик просто классный. И старое здание такое тоже шикарное. Такая вот архитектура. Там вот стеклянные. Да, Чаплыгина 53. Как они там? Вот, это тоже старое здание. Смотрите. Вот эти как раз цветут. Тоже шикарно. Нет, она там ходила нормально, помогла. А сейчас это вообще просто... Смотрите, сделали так белые камешки, такая вот горочка. Смотрите, так вот. Там театр там. Тоже шикарно. Птички. Шикарно. Ну тут тоже дом старый стоял, наверное. Скорее всего. Вот он. Старый-старый дом. Старый хостел, тайга. Видишь? Вон он такой. Старый такой. Тут вот. Это старый-старый дом. В этом доме находилась явочная квартира в Обском группе.
явочный такой, видите? Шикарный такой, видите? Видите? Какие шикарные. Чаплыги на 65. Короче говоря, вот такой домик. Ресторана меня попёрли, потому что я неправильно оделся. Понимаешь? Да, как красиво. Ну вот и все. Вот и здание такое. Короче, Чаплыгина, значит, вот так и начала. Вот. Секретчик. Территория. Вот это вот аптека старая, престарая. А это новое здание построили. Вот оно. Видите? Вы видите, какое здание, да? Другое выстроили. Ну, это наш кинотеатр. Раньше он другой был, сейчас тем более другой. Вот. Ну тоже давнишний. Башня тоже там тыры-пыры. Концертный зал. Поют и пляж. Да-да, и сейчас цветочки еще покажу. Там тоже неохота. Там стоят. Сейчас поснимаю. Кафе переменное. Старая площадь. Ладно, тоже магазин. Не знаю, ну Мадьера. Красный проспект, 13. Да, пыры-пыры. Ой, какой-то магазин. Да, старенький. Старенький. Как одна говорила, стурейш. Красный кролик магазин. Да. А никакое, видите? Видите? Шикарно.
Вот. Шикарные, да? Ой, я снимаю, не снимаю. Все, пошли. Вот это вот старое здание, там чашка кофе. Видите, красота. И там тоже старое здание. А это книжный магазин, но он тоже подстроенный, пристроенный. Вот. Видите? До 4 утра. Фабрика. Ресторан. Это вот тоже, вот видишь, какой? Вон она, старый. Старый. Старый кирпич такой, видите? Вот она. Сколько лет, не знаю. Короче. Смотри. Шикарный дом. Видишь, такая красота. Тоже старый-старый. Живопись. Как одна. Тык-тык, тык-тык. О, видишь? Пойдемте. И так вот. Ходишь? А ты ходишь? Хожу. Смотрите. Старое здание. Ну, еще, видите? Вот такие вот старые эти заборчики. Такая вот. А это вот здание такое, да. Да, да, да. Арт-сокол, я понял. Вот такая вот архитектура. Я как музей, господи, простите. Тут, а тут я давно не был, ребят. Сейчас я вам покажу красоту. Мы делаем искусство. А вот тут вот было же эти фигуры такие стояли. Смотрите, какое здание Советского Союза. Видишь? Тоже музей, короче говоря. Вот видите, когда-то была страна. Видите, когда-то была. Видите. Вот это художественный музей. Пойдем еще. Короче говоря, вот так вот. А тут там меня снимает камера. Снимай. Не, все уже. А это уже все, девочки, мальчики.
пульти-пульти. Тут я не знаю, что они делают. Какой-то, я не знаю. Тоже закрытая территория.